Марина Цветаева. Лирика. Так. Так, Марина Цветаева. Здесь все заканчивается. Читает Екатерина Романова. Прошу вас. Полнолунье и мех медвежий, и бубенчиков легкий пляс. Легкомысленнейший час, мне же глубочайший час. Умудрил меня встречный ветер, снег умилостивил мне взгляд. На пригорке монастырь светил, и от снега свят. Вы, снежинки, с груди собольей мне сцеловываете, друг. Я на дерево гляжу, в поле и на лунный круг. За широкой спиной ямщицкой две не встретятся головы. Начинает мне Господь сниться, а то снились вы.